Со стола убирает, опоздал я тут уже. Там поеду. Долго ли это будет у нас? Как вспоминать будут потом люди? Такая дружба была, пили, ели. Видать, не было сигли быстро подтекали. А иначе вот всю неделю не скидывали. А мне тут, Людмила Степановна принесла, не мне, а меня угостила мацей. Пока не размочит. Но вкусно. Вкусно так, что ли? Тесто поджаренное. А ее нельзя сделать, чтобы все, оно было как бы комфортно есть? Сюда добавить? Не знаю, ну вот так оно жестковато. Ну ничего, я размачивал, а еще размачивал. Нет, там вообще ничего нет. Ох! А что света-то нет у вас? Он есть, надо подождать. Он есть, нет, ну-ка. Как подождать, нужно вот так. Включить и нажать немножко. С технологией. Вон оно что. Так я смогу делать. Вы эту шторку никогда не открывайте. Бросайте, оттуда все видать. Ну что, занятия будут сейчас у нас. Она ломается вот так, вот как вот в стихе, вот это решение. Прям в стихе, она прям вот так кусками разламывается. В батюшке кабинет. Разреши кабинет у тебя снять на память. В горах как будто батюшка находится-то. Вообще. Ну еще говорят, надо миллиарды. Какие миллиарды-то? А вот такое-то и у Рокфеллеров нету. Да, конечно. Сколько царь как в раю находится. Нет, это 1.5 метра ширина-то. Нету. Есть? Есть, 1.5 метра и так. И так вот устроились. 2.5. Ты поди зашел и не узнал. Я вот после лета приезжаю, когда не узнаю даже. Ой-ой-ой. Так что они делают? Моют. Вот я затеял снимать-то, и не хочешь снимать. Все новое да новое появляется. Ой. Хорошее мирное время. Все недовольны Путиным, президентом. Мы дорога ехали, рассуждали, говорим, нам свободы этой хватает. Выход за границу есть. Здорово. Книги изданы, деревня стоит. Кот пристает маленькой, нет? Мы всегда говорим, нам это, Николай говорил, этой свободы. Свобода нам хватает. Поэтому молимся за правителей, там, чтобы Бог сохранил их от покушения на них. Пристает он к ней, нет? По Сеньке Гатишапке. Ну тогда все нормально. Какие мы, такие Бог правителей дает. Ну ладно, да, ну, все понял. Да сохрани Господь Владимира и Рамзана, кого я знаю. Я сегодня говорил о Рамзане, чтобы молились за него. Глава Чеченской Республики. Мне он очень нравится. И Лукашенко Александр Григорьевич нравится. Я считаю его лучшим президентом, может быть, даже не в Европе, а во всем мире. Слишком высокая оценка, говорят. Нет, я смотрю очень внимательно. И в политике разбираюсь, не хуже политиков. Я специально этой теме несколько лет посвятил. Изучал все политические системы мира, какие существуют. Когда советская власть рухнула, ко мне приезжали знатные люди и говорили, какой строй теперь строить. Значит, вот сколько любви, сколько дружбы, как все это. Так вот, мы не скрываем это. Где в храмах бывает много ли это собрание, что выставили, занятия. Даже не все и ладно, как будто бы, ну, а на самом деле ладно. А мы там с Володей дома обедали. Валя, квартира лучше, положим куда? В холодильник нельзя же?
Почему? А что это такое? А это... Ну, такие вот, как сказать, слайсы. Ну, вон это, дроботом отдайте. А, чего? Они сидят. Здравствуйте, сестры. Крося, будь добра, возьми варенье, масло, нет, тебе. Да. Тебе это? Наши красавицы. Без платка была хоть одна, ни одной никогда. На это мы ели. Ну, кого еще не по-церковному привезли. Ничего, волосы закрыты. Молодежь. Церковную форму на домашнюю. Давай. Все у нас и посуды хватает, и из дома приносят. А когда вы поедете в Гали? Сегодня. Одна поедете? Нет, тебе там на второй этаж. Сколько там тарелок? Я буду донести. Оливия, посчитай примерно, сколько тарелок у нас. Тарелок сколько? Пересчитай там все. И мне скажи. А ты сразу раз кинулась бы, посчитала. Ей некогда, она принимает. 15-20 тарелок. 20? Да. Да, по-моему, больше. Сотни, полтора. Так, Володя, возьми холодно, возьми. На меня направь. Считай. Так что вы можете садиться. Я Сергей. На дом. Я прям стою по этой же улице, туда к ней. Ну я тут, видишь, я еще захожу, там магазин что ей купить. Ну я могу вас высадить там на перекрестке. Давай я тебе дам. Перед этим рынком. Хорошо. Перед рынком это. И вы можете идти там в магазин. Ну да, сейчас у меня здесь вас нет хорошо, потому что Гарлин там был два раза. Они все его возьмут. Желание есть. Ты со мной не пойдешь к Галине Немцовой? Я ноги стерла. Жаждет правды народ, избавление ждет, в темноте и грехе погибая. Но великий Христос весь благую принес. Так, он сказал, сколько? Мир открыл. Я 150 сказал. Сколько говоришь? Тарелок. Много. Много. 150. Ну, 150. 80. 150. Почти что. Я насчитал, это 125, но они еще подкладывают. А сказали 50, я не расслышал. Давай-ка. А? Александра Михайловна говорила. Александра Михайловна, а ее как раз тут и нет. Счетовода этого надо к ответственности. Что-то там буйствует один. Что-то мешает. И любви красок все же так вот посвятили во имя свободы. Всех зовите на мир. Вот какое положение. Возвестите всем мир унывающим слово отрады, что Спаситель воскрес, дверь лазурных небес отворил всем взыскующим градам. Царство Божие в нас мы созиждем, трудясь, в нем не будет раба господина, но лишь братство людей. Так примите ж сильней, во Христе все добудем едино. Вот так. 908-й псалом здесь. Я все забываю, я заклеил. У меня еще там. А тут тоже рассыпанное.
Вот это. Или нет? Стола все убирают. Не рассыпали? И на этом все. Сейчас будут занятия. А, нет, вот и... Там у нас 28-е сегодня.